Кудряшов. Кудряшов, да? Да. Все, можете заказать. Это говорить нам, да? Проговорите, делайте. Так, ну, для начала слаживаемся, нет ли для нас угрозы для пострадавшего. Затем коротким шажками подходим к пострадавшим. А, если... Мы выключаем рубильник, сообщаем окружающим, помогите. Звоним в скорую помощь 112, полежали 27, человеку плохо, проводим первичный осмотр, проверяем дыхание, пульс и реакцию на свет. И в это же время начинаем сразу же проверять пульс и дыхание. Пока это гудки. Здравствуйте, Рожкова Полина, МОУ СОЖ номер 32, нашла человека под воздействием электрического тока. Он без сознания не реагирует на раздражителя. 8-977-928-797. Все. Дальше мы застегиваем гудку, подкладываем валик из одежды под его шею. Запрокидываем голову. Делаем два вдоха. Мы с тобой инструкционные, ты можешь не делать сами вдохи, но ты именно расскажи, как ты будешь это делать. Ну, то есть, грубо говоря. Закрываем нос и вдыхаем в нос. Да. Через тряпочку. Потом мы переходим к самому оказанию помощи. Мы либо два пальца начинаем отростка, либо середину между сосками. Накладываем руки и делаем 30 ударов. Ну, один раз делай, просто покажи. Один раз. Или... Один просто. Сделай на дорогу. Угу. И делаем так до приезда скорой помощи, либо ну, пока человек не придет сюда. Угу. Хорошо.